Ассаламу алейкум, друзья, марш Адугайла в Чеченскую Республику. Здравствуйте и добро пожаловать на Северный Кавказ, трасса Крепость Грозная, город Грозный. И мы начинаем новый сезон СМП российской серии кольцевых гонок. Вновь здесь, на Северном Кавказе, несколько лет назад сезон начинается для сразу нескольких классов отечественного кольца. Touring Light S1600, SMP TCR Россия, Super Production и GT4 начинают сезон именно здесь, в предгорьях Большого Кавказского хребта. Для вас весь этот сезон будет работать ваш комментатор Антон Ширяев. И я не один, вместе со мной ваш комментатор и друг Сергей Беднарук. Рады приветствовать всех поклонников автоспорта и отечественных гонок. Я почитал, 188 дней прошло с драматичного финала сезона 2023 года здесь, на автодроме Крепость Грозная. И вот мы снова возвращаемся в столицу Чеченской Республики, город воинской славы Грозный, уже на старт серии СМП РСКГ 2024 года. Ну а календарь нынешнего сезона сейчас перед вами. Серия СМП РСКГ побывает на всех ведущих трассах нашей страны. Moscow Raceway, Игора Драйв, ADM Raceway, Казань Ринг, Нижегородское кольцо, конечно же, Смоленское кольцо. Ну а начинается все здесь, в Чеченской Республике, в Грозном, на автодроме Крепость Грозная. Нас ждут по ходу этого уикенда в общей сложности 7 гонок в 5 разных классах. Да, отвечу, что как и в прошлом сезоне, не на всех трассах у нас будут представлены все классы российского кольца. У нас здесь, как я сказал, уже классические классы и GT4. В Смоленске, например, у нас не будет GT4 и TCR, зато появится SMP History Cup и Sport Prototype CN. Ну и по традиции на больших автодромах, на Moscow Raceway и на Игоре Драйв, будут представлены все категории кольца российского. Здесь мы видим конфигурацию трассы Крепость Грозная. 3 км 86 метров, 10 поворотов. Ее создал российский гонщик, тренер, чемпион СССР 1980 года Михаил Горбачев. Ее часто называют сестринской трассой с Нижегородским кольцом, потому что ее также создал Михаил Горбачев. Здесь есть похожие черты, скажем, эски, поворот с переменным радиусом. Первый сектор в целом похож, но Грозный — это как будто бы нижний на астероидах. Он больше, он быстрее, повороты имеют такую... Они не настолько крутые, не настолько закручены. Плюс здесь асфальт более цепкий. Но есть нюанс. Здесь не так много гонок проходит, как, скажем, в Нижнем Новгороде. Трасса, что называется, зеленая, не прорезиненная. И по ходу гоночной недели очень сильно меняются характеристики. Буквально каждый новый день трасса становится быстрее, зацепа больше. И проблема для гонщиков в том, что необходимо постоянно адаптироваться, постоянно идти за трассой. Причем, что интересно, пик у трассы часто бывает на квалификации, вот на первой гонке первого гоночного дня, а потом начинают выносить всевозможную грязь из-за контактов, из-за вылетов, и иногда она может стать вновь более скользкой. И вот именно умение подобрать настройки и адаптироваться к меняющимся сыпным свойствам асфальта — это действительно сложная задача, которая особенно важна здесь, в Грозном. Ну а если проводить параллели с зарубежными трассами, то во многом и Нижегородское кольцо, и Крепость Грозную можно сравнить с немецким Ошеслебен с трассой Motorsport Arena Ошеслебен. Что касается трассы Крепость Грозная, то она принимает у себя этапы РСКГ с 2016 года, через год после своего открытия. И этот уикенд для РСКГ в Грозном становится уже 11-м в истории. И в 4-й раз в своей истории трасса Крепость Грозная принимает открытие нового сезона российской серии кольцевых гонок. Впрочем, были сезоны, когда на этой трассе проходило и открытие, и завершение сезона. Ну а новый сезон начинает самый массовый класс отечественного кольца. И сейчас участники класса Touring Light на ваших экранах. Они готовятся к началу гонки. До ее старта остаются буквально считанные минуты. Ну и напоминаем, что здесь мы с вами увидим объединенный заезд. У нас Touring Light и S1600 на стартовой решетке объединенного заезда. Впереди в целом у нас 10 гоночных уикендов в нынешнем сезоне. То, о чем говорил Антон. Ну а начинается все здесь, в Грозном. Отличные погодные условия. Года, как говорят летчики, миллион на миллион, потому что не облачко на небе. И сейчас температура воздуха уже прогрелась до отметки в 22 градуса по Цельсию. Но не исключено, что завтра, финальный гоночный день этого уикенда, погодные условия будут несколько иными. Антон. Да, ты сказал про то, что у нас 10 гоночных уикендов. Отметим, что у нас также есть и уже второй сезон наш чемпионат по эндюрансу, СМП РСК Эндюранс. И
как раз таки сюда, в Грозный, мы еще раз приедем уже на длинную гонку, на традиционный Ахмат Рейс в октябре. Так что у нас идет очень насыщенный сезон, и многие герои сегодняшнего, завтрашнего дня, мы их совсем скоро увидим, в том числе иногда за рулем другой техники в наших гонках на выносливость. У нас не так много времени до старта. Предлагаю пробежаться по стартовой решетке. Первый ряд в классе Touring Light у Станислава Новикова и Владимира Черевани. Владимир Черевань пересел таки на турбированную Kia Rio X-Line команды Кузьма Смата, нижегородской команды, напарнику Дмитрия Дударева. И сходу второе место у него, был очень доволен дядя Вова. Ну а Стас, он провел, во-первых, очень насыщенный зимний сезон в Clio Cup Middle East, где боролся за победу и стал вице-чемпионом, выиграл много гонок. И последнего он выбирал, на какой машине ехать, на той Audi A1, на которой он выступал в прошлом году и успешно выступал, или на также на X-Line от нижегородской команды, постройки нижегородской команды с мотором 1.6. И решение ехать на Kia он принял, друзья мои, только в четверг. И это решение оказалось правильным. Пол-позиция в первой же в квалификации на новой машине для Станислава. Посмотрим, как будет в гонке. Все-таки именно это самое главное. Ну, конечно, карьера у Станислава Новикова очень интересная. По сути, он пришел в большой автоспорт из прокатного картинга, и мы видим, каких высот уже добился. Ну, естественно, еще поговорим и о нем, и о других фаворитах. В втором ряду стартового поля гонку начнут Максим Солдатов, представляющий команду прославленного Дмитрия Брагина. Брагин Рейсинг Тим, он выступает на автомобиле Шкода Фабия. И напарник опытнейшего Владимира Черевани по команде Кузьма Змаза, Кузькина мать Рейсинг, Дмитрий Дударев. Он выступает, как и Черевань, на автомобиле Kia Rio X-Line. И нужно отметить, что Дударев в этом классе на трассе Крепость Грозная побеждал в 2022 году. Из четырех последних гонок этого класса на трассе Крепость Грозная три он завершил на подиуме, два вторых места и победа. Поэтому Дмитрий, конечно же, один из фаворитов. Третий ряд стартового поля. Иван Твердохлебов, потрясающая квалификация. Очень он всех впечатлил этим результатом. И рядом с ним Петр Плотников. Петр вернулся в этот сезон на полном расписании. Выступает он за свою родную команду Академии Ралли на Audi A1 прошлого поколения. И он лучший из пилотов, которые выступают на такой машине. Сам он отметил, что действительно удалось ему справиться здесь с кочками. Здесь довольно качковатое покрытие, а Audi A1 прошлого поколения любит зажатые, жесткие подвески. Тебе приходится все время искать компромисс. Ему этот компромисс удалось найти лучше, чем другим пилотам на такой технике. И четвертую линию стартового поля открывает его напарник по команде Академии Ралли. Еще один пилот за рулем Audi A1. Это опытнейший Николай Крамышев, который, конечно же, известен по успешным выступлениям, в том числе в международном туринге, в международных кузовных соревнованиях. Ну, естественно, рекордами нашей отечественной гонки звезд. Он побеждал и в привычном зимнем формате, и уже в летнем кольцевом в этих соревнованиях. Николая Карамышева, конечно, всегда приятно видеть на стартовой решетке. Стартует он девятым, но он очень опытен и наверняка попробует пробиться. Ну, а рядом с ним в четвертом ряду Даниил Хорошин, выступающий за команду «Румос» на еще одном автомобиле Kia Rio X-Line. Да, Даниил Хорошин у нас вице-чемпион прошлого года в S1600, ну а Карамышев бронзовый призер прошлого года и чемпион 2022 года. Такой вот чемпионский ряд. Андрей Масленников возвращается вновь в этот класс, в класс Touring Light, где он много раз становился вице-чемпионом в раскраске Лукойл Racing Team, но только девятое время в квалификации был он откровенно недоволен. Илья Родькин десятый, еще один пилот, который не так давно перешел в этот класс из категории S1600. Далее на шестой линии стартового поля молодой и перспективный Артем Антонов, представляющий команду иностранных HAG Team на еще одной машине Kia Rio. Ну а рядом с ним за рулем Шкоды Фабия команды Брагин Racing Team Артем Фридман. Да, Артем Антонов, действующий чемпион класса S1600. На седьмом ряду стартового поля Илья Сидоров. И рядом с ним Алексей Савин. Алексей Савин выступает на машине с атмосферным двигателем. Вот у нас в конце пилотона целая группа пилотов на атмосферниках. Но поговариваю, что Савин тоже по ходу сезона может на турбированную технику пересесть. Да, я знаю, что, собственно, турбированный мотор готовили, но просто не успели все сделать к старту сезона. Но есть надежда, что уже на втором этапе турбированный мотор будет. И, конечно, это позволит минчанину добиваться гораздо более высоких результатов. Уже неоднократно он поднимался на подиум в классе Touring Light, в том числе и в прошлом году, сражаясь с пилотами на более мощных турбированных машинах. Денис Карелин и Даниил Ковалев на восьмом ряду стартового поля, 15-16 места. Денис Карелин напарник Ивана Твердохлебова по команде Powerful. Ну а Даниил Ковалев интересен тем, что он выступает также в дрэг-рейсинге, причем на мотоцикле, на Кавасаки с мотором 1.4. И причем это такой один из корифеев, старожилов дрэг-рейсинга именно на мотоциклах. Так что гонщик, которого невероятно насыщенный сезон его ждет. И весь сезон РСКГ на четырех колесах, и весь сезон РТРС на двух колесах. Но пока, конечно, только осваивается он
за рулем своей Audi A1 будет прогрессировать по ходу сезона. И пока пилоты отправились на прогрессивный круг, как сейчас графика с результатами квалификации на ваших экранах, я бы ваше внимание обратил на плотность. Посмотрите, первая десятка в одной секунде. Ну а в девятом ряду стартового поля располагаются Кирилл Зиновьев из команды Alga Motorsport на Hyundai Solaris и Татьяна Елисеева, представляющая команду Buick Tuning и выступающая за рулем автомобиля Volkswagen Polo. Также они ждут еще свою технику. Зиновьев едет, по сути, на машине класса S1600 просто на слике. Его машина будет готова к следующему этапу. Елисеева ждет свой мини-купер, так что тоже она пересядет на более современный. Причем куперов у нас, скорее всего, будет несколько в нынешнем сезоне. Уже эти машины тестировались на Sirius автодроме в Сочи, но к старту сезона полностью подготовить не удалось, но ждем в ближайшее время. Ну и финальный ряд стартов поля в Touring Light. Александр Чачава и Азат Калимуллин. У Чачавы под капотом его Kia новый мотор, не 1.4, как в прошлом году, а 1.5, но также это мотор Volkswagen. Ну и дальше у нас стартовая решетка класса S1600. На первой линии будут стартовать Владимир Лобачев на Ладе Веста команды Алга и Роман Щербаков на Kia X-Line команды Румас. Да, для Лобачева это, для его машины это дебютный пол позиции. Все же вторая гонка для Весты и сразу пол. Второй ряд стартов поля Филипп Тупоносов на Ладе Гранта и Василий Кораблев на традиционном Kia Rio X-Line. В третьем ряду завоевавший зимой Кубок России по ледовым гонкам Николай Калинин из команды Браген на Ладе Гранта и Александр Поченков на Rio X-Line. Отметим, что Николай Калинин тренирует Михаил Горбачев, автор этой трассы. За ними на четвертом ряду Михаил Поченков и Кай Рихард Шик, гонщик из Германии, молодой картингист-любитель, который вот пробует себя в кузовных гонках. И самый молодой участник этого этапа, ему всего лишь 16 лет. А замыкая стартовую решетку, Михаил Дралин из команды GT на Kia и Дмитрий Шишко, также выступающий на Kia, но команды Alga Motorsport. Пилоты занимают свои места на стартовой решетке. Все готово к самой первой гонке нового сезона серии СМП РСКГ. Впереди 20 кругов дистанции и старт Touring Light и S1600 дается с места по светофору. Да, именно эта гонка считается главной. Она более длинная, за нее дается больше очков, 30 очков за победу, плюс напомним 1 балл за лучший круг. Ну и очки за квалификацию у нас тоже пилоты уже получили. 10-8, 6-4-2 за первые 5 позиций. Все готово к старту. Ждем мы отмашку зеленого флага. 10 секунд остается до старта. Последние 5 отсчитывают красные сигналы светофора. И мы готовы начать сезон 2024 года. Поехали! Понеслась! Отлично стартует обладатель полупозиции Станислав Новиков. Великолепная реакция. Он имеет преимущество на разгоне к первому повороту и, по всей видимости, сумеет сохранить лидерство перед конкурентами. Солдаты одну позицию теряют. Гонщики команды Кузьки на матч 2 и 3. Черевань там не очень здорово стартовал, как мне показалось. Может быть, они даже поменялись местами. Мне тоже так показалось. С Дмитрием Дударевым. Но отметил, что Дударев очень хорош на этой трассе. Сзади такая плотная, интересная борьба. Также здесь мы видим, что пилоты класса S1600 наседают на хвост пилотона Touring Light, потому что, как я говорил, там машины по сути S1600, только с другими шинами. У нас борьба за лидерство, посмотрите, бок что происходит. Посмотрите, какое начало интригующее. Действительно, сейчас борьба бок о бок, но внутреннюю траекторию сохраняет стартовавший с пола Новиков. Однако затем ситуация уже меняется, и тем не менее бок о бок две машины остаются, но все-таки Новиков вот в этой затяжной шпильке сохраняет лидерство и заставляет своего конкурента, по всей видимости, позицию уступить. Теперь напарники по команде здесь сражаются за вторую позицию. Черевань и Солдатов. Черевань, кстати, скажу, что он у нас сохранил свою вторую позицию на старте. Да, он действительно чуть хуже дернулся, но смог эту позицию сохранить. Даже прессинговал там Стаса Новикова. Стас так подставлял его под Дударева. Они поравнялись, но все-таки позицию здесь дядя Вова сохранил. Именно он выступает под 17-м номером у Дмитрия. 33-й номер. И мы видим, что здесь вот в эсках чуть-чуть лучше Черевань. Посмотрите, он здесь пытался машину развернуть эффективнее, чем лидер гонки Новиков. И у него, возможно, будет лучший выход на главную прямую. Посмотрите, как великолепно последний затяжной поворот преодолел опытнейший Владимир Черевань. Он в слепстриме позади машины Новикова и попробует, возможно, провести атаку перед первым поворотом. Будет это сделать сейчас непросто, но действительно интервал минимальный. И все-таки первый круг дистанции лидером завершает Станислав Новиков из команды InnoStage AG. И на второй круг гонки он также отправляется лидером. Кто-то в середине пелотона перетормаживает в первом повороте. Посмотрим, будут ли какие-то последствия или просто заблокированные колеса и чуть-чуть, конечно же, скажем так, подгоревшая резина, что не лучшим образом, разумеется, отразится на этом комплекте. Нужно отметить, что за сегодняшний день участники классов Touring Light и S1600 свою программу полностью откатают. И это во многом такое расписание связано как раз с прогнозом погоды на завтрашний день.
До завтра может быть дождь, а дождевые шины пришли уже в Россию к Ахаме для этого класса, но немножечко застряли во Владивостоке, поэтому было принято решение, чтобы не было никаких сложностей, гарантированно сегодня эту программу откатать, так что завтра нас ждет две гонки SMP GT4 России, а сегодня две гонки Лайта и S1600. Вот мы видим, лидирует здесь красивая новенькая Веста, а за ней сражение Гранты, заслуженный X-Line из контактов, здесь 27 номер, Роман Щербаков, здесь Филипп Тупоносов немножко приезжает, и в Туринг Лайте борьба втрое, втрое в ряд, и с контактом, здесь посмотрите, Фридмана боком ставила, Фридман был внутри, здесь немного повернули в него соперники из Румыса и на стейдж AG Team. А пара лидеров отрывается. Череван явно быстрее здесь Новику, прессингует его. Дударев чуть-чуть их темп не держит. Но значит, это может быть связано с разной тактикой по давлению. Возможно, в команде Кузькина мать, например, специально вкачали больше давления в шины Черевани, чтобы быстрее пришли они в рабочую температуру, в рабочее давление. Он мог оказывать прессинг на лидера. А, например, во второй половине гонки, наоборот, лучше будет работать колесо у Дударева. И тогда уже, скажем, он сможет оказывать давление на лидера и, может быть, попробовать в свою очередь выйти вперед. Это было бы разумно. Но посмотрим, мы это поймем по темпу двух пилотов нижегородской команды во второй части дистанции. Но несомненно, что в дебюте этого заезда именно Станислав Новиков и Владимир Черевань, стартовавшие из первого ряда, задают темп. И сейчас они потихонечку отрываются от преследователей. Лучшее время на круге у Новикова. Но вполне возможно, что Черевань был бы способен ехать еще быстрее. Но пока что он заперт позади машины своего конкурента. Новиков сохраняет первую позицию. Трасса «Крепость Грозная» очень техничная. И совершить обгон здесь не так и просто. Ну и нужно сказать, что в классе S1600 у нас стартовавший с пула в этой зачетной группе Владимир Лобачев на автомобиле «Лада Веста» команды «Алга» также лидерство сохраняет, но у своего ближайшего соперника Романа Щербакова из «Румыса» выигрывает менее секунды, так что там за лидерство тоже достаточно плотно кипит борьба в самом начале этой гонки, и там у Щербакова лучшее время прохождения круга. Ну а Черевань продолжает греть Новикова, как выражаются профессиональные гонщики, ищет возможность для совершения атаки и прессингует на соперника, пытаясь заставить своего более молодого конкурента допустить хотя бы малюсенькую помарочку, которая позволит Череванью провести, возможно, решающую атаку. И вот сейчас, возможно, это будет, кстати. Опять лучший выход на главную прямую именно у Черевания. Ему удается практически там, похоже, поравняться с Новиковым перед первым поворотом. И все-таки нет. Все-таки Станислав пока что сохраняет первое место. И у нас здесь борьба чуть поводаль тоже кипит на всех эшелонах пилотона. Посмотрите, какая красивая борьба. Да, Николай Карамашев прорывается вперед. Он сначала обошел одного своего соперника. С седьмой позиции на шестую прошел Петра Плотникова. Затем справился с Твердо Хлебовым и Максима Солдатова прессингует. А сзади очень здорово там прорвался, отыграл несколько позиций Андрей Масников. Он уже седьмой. Петр Плотников также. Твердо Хлебов проваливается. Он сейчас девятый. Несколько позиций потерял Иван со всех сторон. Его там соперники атаковали, немножечко затерли. И мы видим, что сейчас там его уже прессингуют гонщики Румыса и на стейдж AG Team. Действительно, в квалификации он прыгнул выше головы. Отметим, что здесь у нас было... Ой, Ковалев за пределами трассы. Небольшая ошибочка, и посмотрите, да, ну поймал машину здесь. Сейв осуществил, да, осуществил. У него есть опыт еще и ледовых гонок, довольно большой на ладе, так что здесь он ему помог. Отметим, что вообще сложный последний поворот, переменный радиус, плюс там небольшие кочки. Их немножечко сняли в межсезонье, трасса стала ровнее, но все равно сложно настроить машину, потому что в быстрых поворотах нужна жесткая подвеска, а в последнем повороте нужно размягчить амортизаторы наоборот, чтобы машина проглатывала. И, скажем, Артем Фридман говорил мне, что вот как раз машина нового поколения, Фаби или А1 нового поколения, они отлично эти кочки проглатывают. А вот Audi прошлого поколения, она любит максимально жесткую подвеску. И здесь на этой жесткой подвеске спрыгивает просто с траектории. Как раз мы это увидели с Данилом Ковалевым и произошло. Интересно, у нас практически зеркальная ситуация в борьбе за лидерство в двух классах этого заезда. И в более быстром Туринге Лайт, и в S1600. Потому что и там между двумя лидерами менее полусекунды разницы. Новиков продолжает сдерживать Черевани. И Владимир, кстати говоря, перебивает лучшее время на круге. Теперь оно принадлежит именно ему. И также совсем минимальный разрыв между Лобачевым и Щербаковым в борьбе за лидерство в классе S1600. Но по-прежнему и там лидер тот, кто стартовал с первой позиции. Это только подтверждает, насколько здесь действительно непросто обгонять, даже имея преимущество в скорости. Но в этом и есть красота гонок, потому что обгон может и не состояться. Но вот сама эта борьба, когда один атакует, другой обороняется, это самое
самое интересное. И вот взять ту же Формулу-1, когда сейчас эта система ДРС превращает обгоны просто в опережение и теряется весь смысл как раз гонок. А здесь мы видим истинный автоспорт. Догнал Максима Солдатова у нас. Николай Карамашев пройти пока не может. Там контакт был сейчас. К ним приближается сзади таким хорошим темпом Петя Плотников. Масиков, снос, ух ты! Новиков здесь ставит немножечко боков в этом седьмом повороте с переменным радиусом. И сейчас в эсках можно попробовать его раскачать. Черевань, чтобы в последнем повороте выйти вперед. Черевань — одна из легенд этого класса. Чемпион по подиуму за всю карьеру. Он на втором месте в истории. Только легендарному Александру Сотникову уступает 43 подиума у орловского ветерана. И сегодня вполне может быть 44 и 45. А может быть даже и одна из новая победа. Бок о бок они. В первом повороте по внешнему будет Черевань. Но потом три поворота будут в пользу дяди Вовы. Главное здесь удержаться в первом повороте рядом со Станиславом. Но нет, все-таки у Стаса здесь лучше был импульс на выходе из поворота последнего и больше скорость в конце. Мы видим, что Дударев отстает даже несмотря на эту борьбу от этой пары. Ну а сзади там начинает Карамышев, Солдатова уже прессинговать. Максима мы помним по выступлениям за команду Carville Racing в классе TCR Россия. Но не все там складывалось идеально. Здесь команда Дмитрия Брагина, чемпионская Шкода Фаби, которая привезла к титулу в прошлом году Михаила Симонова и обеспечил четвертое место у нас. Лидер, лидер, 1600 замедляется. Я это увидел из окон комментаторской кабины. Веста очень медленно двигалась по прямой. Невероятно. Судя по всему, новая техника пока не до конца. И Новиков ошибается. Вторая ошибка подряд. Черевань выходит в лидеры гонки в шпильке. И посмотри, Карамышев там едва не снес у нас как раз-таки Максима Солдатова. Он уворачивался и по траве там выезжал просто мимо поворота. Я думаю, что Петя Плотников вот там пройдет. Фантастика. Практически одновременно у нас происходит смена лидера и в Туринге Лайт и ВС-1600, но если ВС-1600 там явные технические проблемы были у Лобачева, то здесь мы увидели второй круг подряд небольшую ошибочку у Новикова. Если кругом ранее, а мы видим, что Лобачев останавливается, увы, сход с дистанции после многообещающей квалификации отличного начала этой гонки, явные технические проблемы. Смотрим сейчас повтор. Вот тот самый момент, о котором говорил Антон, как раз мимо нашей комментаторской позиции приезжали пилоты, и здесь уже очень медленно, сизым предательским дымком из Весты ехал Лобачев, и тут же он свернул на сервисную дорожку. Все для него, к сожалению, кончено. Будем надеяться, что проблему удастся решить к сегодняшней дневной гонке. Ну а что касается Новикова, то у него кругом ранее был эффектный сейф. Тем временем здесь были. Нет, не было удара. Мне кажется, что это был у нас Азат Калимулин. 28-й. Щербаков! Это Щербаков, он только захватил лидерство и тут же ошибся, получается. Нет, это Азат Кремулин все-таки, я прочитал на машине. Все правильно, 28-й номер, да. 28-й, да. Там была двойка. А здесь у команды Powerful, посмотрите, Кораблев в контакт с Александром Починковым. И отправляется машина в разворот. Тут новенькая, немного свежая машина, которая привозила к победам и подиумам в прошлом году Тимофея Буянова, гонщика из Нижнего Новгорода. Два брата Починковы очень здорово выступали в Грозно в прошлые годы. Как раз сюда они часто приезжали вдвоем, и в Ахмат Рейс ехали в одном экипаже. Все-таки чаще мы видели по одному из братьев. Теперь два сибирских пилота выступают вместе. И вот такая жесткая борьба с казанцем, с ветераном этого класса. Василий Кораблев, пилот, который выступал абсолютно во всех розыгрышах класса национальный ES-1600 в рамках СМП и РСКГ. Пилот, который славится такой действительно жесткой борьбой. И вот отправил его такой после небольшого контакта в занос здесь Починкова. Посмотрим, что скажут судьи. Но опять-таки, мы видели только момент этот, и да, если со всех камер посмотреть, может быть, там и вообще ни в чем не виноват Кораблев. Но борьба здесь серьезная, потому что Кораблев сейчас второй, и он преследует Романа Щербакова. И он, похоже, догоняет потихонечку Щербакова. Василий Кораблев, который традиционно зимой участвует в ледовых гонках, и нынешний зимний сезон не стал исключением. И сейчас Василий Кораблев действительно имеет все шансы уже в самое ближайшее время повиснуть, что называется, на заднем бампере машины своего конкурента. Так что, несмотря на сход Владимира Лобачева, стартовавшего в S1600 первым, тем не менее, у нас серьезнейшая интрига в борьбе за победу в этом классе сохраняется. И теперь, на данный момент, после практически уже первой половины гонки, главными претендентами на успех в S1600 выглядят Роман Щербаков и Василий Кораблев. Оба выступают на автомобилях Kia Rio X-Line. Здесь у нас сейчас борьба разворачивается на наших глазах. Великолепный план. Мы буквально мчимся за пилотами и посмотрим, дойдет ли дело сейчас до атаки в этом моменте. Есть атака. Починков ныряет внутрь в последнем повороте. Это Михаил, второй брат. И он здесь обгоняет
обгоняет соперника, обгоняет молодого Калинина, но у Калинина лучше выход из последнего поворота. Была более такая правильная классическая траектория. Возможно, будет контратака на заднем партере. Он пытается сейчас ее подготовить перед первым поворотом, но посмотрите, очень здорово обороняется. Соперник занимает, можно сказать, центральное положение на подходе к первому повороту и поэтому не дает возможности ни с одной из сторон попытаться провести атаку молодому Калинину, который, конечно, здорово, да, вообще прогрессирует, потому что, ну, буквально еще год назад он был начинающим пилотом в кузовных классах, и вот теперь он уже обладатель Кубка России по ледовым гонкам, ну и, конечно же, в кольце от Калинина мы в нынешнем сезоне тоже ждем прогресса, ну его тренирует Дмитрий Брагин, и, конечно же, такая помощь очень помогает Калинину прогрессировать. Тем временем Владимир Черевань продолжает лидировать, и он уже сумел оторваться от Станислава Новикова, захватив пару кругов назад лидерство на 2 с лишним секунды. Первую тройку дополняет напарник Черевания по команде Дмитрий Дударев, Дарья Максим Солдатов, Николай Карамышев и Петр Плотников. Ну, а вот что касается класса S1600, здесь в борьбе за первую позицию все гораздо плотнее. Там был контакт у Фридмана и Алексея Савина, несмотря на атмосферный мотор Савин хорош, они стартовали вместе, у них много было контактов и в Сочи в прошлом году, и в Казани по ходу сезона, и мы видим, что вновь там был сизый дым, и мне Тёма Фридман сказал перед стартом: опять мы с Лешей вместе стартуем, опять может что-то между нами произойти. Заклятые такие уже дуэлянты. Твердохлебов возвращается. Твердохлебов, который здорово квалифицировался, но потерял 4 позиции на первых кругах этой гонки, потихонечку начинает прессинговать. Здесь пилота Innostage AGT Артема Антонова, действующего чемпиона класса S1600. Для Тёмы это очень важная трасса, потому что именно здесь он стал чемпионом, обладателем Кубка страны, если говорить правильно. Посмотрим, да, вот повтор. Савина. Красивая это борьба, вот как раз та борьба, о которой говорил Антон. Посмотрите, бок о бок с перекрещиванием траекторий и... Два раза перекрестили траектории. Давайте еще раз посмотрим с другого ракурса. Здесь пытался Савин закрыться, но тем не менее все-таки нашел возможность нырнуть на внутреннюю траекторию конкурент Фридман. Фридман, да. И вот далее смотрим, что было на выходе. Мы видим, что Савин опять перекрещивал. И Денис Карелин их атаковал по внешнему. Он сразу понял, к чему сейчас все это идет. Фридман стал прижимать буквально к бровке Савина. И все-таки Савин вернул себе обратно позицию. Красивая очень борьба. И сейчас в этой группе лидируют представители Республики Беларусь Алексей Савин. Да, и закончить свою мысль про Артема Антонова. Именно здесь, на подиуме трассы «Крепость Грозно», он сделал предложение своей девушке. И она тоже здесь, естественно, болеет за своего жениха или мужа. Честно говоря, не знаю, уже оформили они отношения или нет. А у нас, посмотрите, продолжение борьбы вновь, казалось бы, Фридман выходит вперед, но Савин позицию возвращает. И рядом здесь Денис Карелин на подбитом Volkswagen. Передняя маска его машины почти так полностью отвалилась. Висит, наверное, на половине креплений. И сзади к ним уже подъезжает Кирилл Зиновьев. Я рассказывал, что у него, по сути, машины класса S1600, только на слике. Но он пользуется борьбой. Говорит: а посмотрите, здесь сумасшедшее сражение у пилотов Innostage, Румаса и Ивана Твердохлебова. Просто действительно браво. Постоянно меняются местами здесь пилоты. И Твердохлебов — это длиннобазный Volkswagen с тяжелой задней частью, которую сложно развернуть в этой шпильке. И посмотрите, ему удается его лучше развернуть. Он атакует здесь пилота тверской команды. Ну что же, смело можно говорить, что Touring Light оправдывает свой статус самого сейчас, наверное, эмоционального кузовного класса серии РСКГ. Действительно потрясающе начинается нынешний сезон. И этот гоночный уикенд в Грозном. Столько борьбы, столько атак и обгонов. Что касается вообще класса Touring Light, то в этом году этому классу российского кольца исполняется 20 лет, потому что класс Touring Light был введен в отечественном кольце в 2004-м, пришел он на смену кубку Volkswagen Polo. Атака 70-го номера на Твердохлебова, и выходит вперед гонщик Румас Рейсинг, но это Илья Родькин, но здесь посмотрите, контр атакует Твердохлебов, а сзади там же у нас и машина команды Innostage AGT. Так что вполне здесь может быть такой момент, что в итоге победителем этой борьбы команды Powerful и Румаса выйдет. А так, а что здесь у нас было? Борьба Опа! За второе место! Двойное скольжение, параллельное практически. Ну что же, здесь и любители дрифта могут порадоваться такому зрелищу, я думаю. Какая красивая борьба, просто потрясающее зрелище мы с вами получаем. Причем я не уверен, и Дударев что это было... опережает Новикова.
Я не уверен, что был результатом контакта, то есть, скорее всего, но мы видели, что Дмитрий Дударев также скользил в этом повороте несколько кругов назад и сам. Поэтому, действительно, в поворот сложный, с переменным радиусом. Машину ведут ребята буквально на грани, и иногда вот доворачивая на трейл-брейкинге задними колесами, да, слишком сильно их пускают в скольжение, но, возможно, все-таки контакты был. Например, один потерял чуть заднюю ось, да, и коснулся второго. Но, смотри, всем этим воспользовался Максим Солдат, он подъезжает, в какой-то момент казалось, что его уже прессингует там Карамышев, скоро пройдет, и тем не менее мы видим, что Карамышев отстал, и отстал сильно на 1,5 секунды от Максима, а Максим менее чем в секунде от этой пары, и борьба не окончена, потому что Новиков не отстает здесь от Дмитрия Дударева. И вот такой зрелищной борьбой у нас начинается уже вторая половина этой гонки, которая только открывает этот большой гоночный уикенд фестиваля автоспорта столицы Чеченской Республики в Грозном, и Солдатов из команды Дмитрия Брагина действительно сейчас становится претендентом на подиум. А, Антон, у меня к тебе вот какой вопрос. Можно ли говорить, что Владимир Черевань и Дмитрий Дударев, учитывая, что они сейчас демонстрируют на трассе, показывают своим соперникам ту самую Кузькину мать? Да, совершенно точно. По крайней мере, то, что касается Черевани, это абсолютно так и есть. Посмотрите. Недавно было 2 с небольшим секундного преимущества, но как только пошла эта борьба между Станиславом и Дмитрием, более 4 секунд преимущества дяди Вовы. И здесь контратака петербургского гонщика выходит у нас на вторую позицию, назад здесь. Опа, и Солдатов тут же! Да, я думаю, что, может быть, Дударев там или ошибся, или, может быть... Тройная борьба в повороте, столкновение! Выбивает Стаса Новикова Дударев, повреждает собственную машину, теряет минимум 2 позиции. Ай-яй-яй, Новиков пытается продолжить движение, но пока не очень это получается. Обладали полупозиции. За пределами гоночного полотна мы смотрим повтор. И вот Дударев здесь, конечно же, ошибся и выбил соперника. Я думаю, что это вполне возможно приведет к штрафу. Карамышев 3 отыграл в этом повороте. Друзья мои, Николай вот он, Карамышев с 5 на 2 место вырвался. Действительно, один из многоопытных пилотов, чемпион этого класса. У него 6 побед, было бронза и золото. По итогам сезона 24 подиума. И вот так вот действительно Карамышев пользуется всеми возможностями, которые ему дают соперники, с 7 на 2 по ходу 12 кругов. Ну, как раз перед стартом, анонсируя стартовую решетку, мы и ждали от Николая Карамышева, учитывая его опыт, даже несмотря на низкую стартовую позицию, конечно же, прогресса по ходу этой гонки. И сейчас этот прогресс он демонстрирует. Дударев также с поврежденной машиной останавливается, но, безусловно, здесь нет никаких вопросов. Он был виноват в этом эпизоде, потому что даже он уже тормозил по ребрику и просто-напросто вынес своего конкурента. Но он поехал Дударев, но лишь для того, чтобы, похоже, вернуться на питлейн, гаражный переулок трассы «Крепость Грозная». Вот так вот мог быть дубль у команды «Кузькина мать». В итоге пока только Владимир Черевань лидирует. Более 5 секунд уже его преимущество. Дударев, конечно, получил 4 балла за свою позицию в квалификации, но мог бы добавить к ним еще очень солидный, более 20 очков. Да, в итоге было бы уже по итогам первых двух как бы зачетных сессий больше 30 баллов у него, но это такой серьезный удар по его там чемпионским амбициям, поскольку эта трасса ему подходит, он здесь хорош, он здесь мог бы брать хорошие очки в обеих гонках. Но вот к чему приводит горячность. Многие говорили о том перед сезоном, что много пилотов, 20 машин здесь. Вообще в заявке на сезон 28 машин, а по ходу отдельных этапов ожидается более 30 пилотов. Ты сказал про 20-летнюю историю этого класса. Ну, вот последний раз так много пилотов было в 2007 году. Я помню, как я стоял на трибуне трассы Воробьевы горы, да, проложенные перед МГУ, главным зданием в Москве, и наблюдал невероятно длинную вереницу автомобилей. 33 машины тогда было на старте в середине 2000-х. Вот мы возвращаемся в эту эпоху. И, конечно, здесь цена ошибки невероятно велика, учитывая такую фантастическую заявку и такой большой количество пилотов. Плюс напомню, что на следующем этапе многие ребята из 1600 перейдут, несколько пилотов в класс Touring Light. Тот же самый Роман Щербаков, который сейчас лидирует, он вообще весь сезон должен... И посмотри, у Хуршина проблемы! Он остался прямо перед нами! Да, прямо перед нашей комментаторской кабиной на прямой старт-финиш. И я думаю, что может быть сейфти-кар. Если это сейфти-кар, то это просто катастрофа для Черевани, потому что у него колоссальное преимущество. Ну, не катастрофа, но плохие новости, скажем так. И посмотри, у Черевани, на самом деле, секунду у него Карамышев отыграл на последнем круге. Было больше 5, сейчас 4,5. Может быть, как раз то, о чем ты говорил в самом начале. Сейчас у тех, кто задавал темп в начале из-за другого давления в шинах, потенциально, может начинаться проблема уже ближе к финишу. Мы видим, болтается зеркало заднего вида здесь, но это, в общем... Посмотри, что с передним правым колесом у Данила. Это был явный контакт. Это была сумасшедшая борьба вот там, в конце первого десятки, там было 2 таклев. И тут Кораблев получает небольшой удар от Калинина. Перед ними Тупоносов, они сражаются между собой. Все это перед Череванием. Вот почему Черевань теряет время. Он уперся в круговых. Это не какие-то ошибки. Скорее всего, то же самое придется затем преодолевать и его преследователю Карамышеву.
камышевые солдаты, плюс они начинают бороться там между собой. Ну, единственное, что здесь мне показалось, что скорее это именно Кораблев нанес такой вот удар, контакт в сторону Калинина. Но в любом случае это кузовные гонки, за что мы их и любим. Здесь бескомпромиссная борьба, вот такая вот силовая, иногда контактная, но при этом, конечно, эта борьба должна быть в пределах правил. Черевани сохраняет все-таки преимущество. А нет! Смотрите, как тает сейчас действительно превосходство Черевани. Я только хотел сказать, что вроде бы 4,5 секунды остаются, но нет, очередной круг пройден. И Карамашев сокращает отставание у Черевани до 2 секунд. Вполне вероятно, на последний круг гонки нас ждет борьба за победу в классе Touring Light. Самой первой гонки нынешнего сезона СМП РСКГ между двумя опытнейшими пилотами, прославленными Владимиром Череванием и Николаем Карамышевым. Как закручивается интрига. А вот в классе С1600 уверенно лидерство Роман Щербаков пока что сохраняет ближайшего преследователя. Он опережает на комфортные 5 секунд. Но все может случиться в любой момент времени. Знаешь, я боюсь, что такие технические проблемы Черевания, потому что посмотри, насколько тает его преимущество на глазах. Дело не в круговых. Мы видим, как Карамышев буквально там полсекунды отыграл еще за прямую. У Кораблева небольшая помарочка. Да, посмотри, все, на хвосте уже у Черевания гонщик из Курска. Такой вот у нас черноземное дерби здесь. И вот так вот все шло в середине гонки к дублю команды Кузькина мать. А в итоге, может быть, все закончится тем, что ни один из представителей нижегородской команды не будет на подиуме. Потому что если у Черевания проблемы технического свойства, то его, конечно же, Солдатов и Плотников тоже опередят. Плотников догнал Солдатова. Борьба двух петербуржцев между собой. Это потенциальная борьба за подиум. Посмотрите. И в эсках здесь бок о бок они были практически. Петя прессингует здесь своего соперника. Вице-чемпион этого класса в прошлом. Он выиграл в свое время юниорский зачет. Затем через год выиграл 1600. Затем еще через год уверенно лидировал в этом классе. И только фантастическое выступление Ивана Чубарова в Сочи позволило звезде Лада Спорт Роснефть тогда чемпионом класса Touring Light. Обходится у нас без машины безопасности. Мы видим, что здесь переехал УАЗик, и сейчас машина Хуржуна берет со стартовой прямой. Ну, благо он остановился у стенки питлейна, поэтому вне траектории, хотя все равно, конечно же, так опасненько, но гонка не прерывается появлением на трассе автомобиля безопасности. Желтые флаги, конечно, здесь, да, Плотников проходит. Это борьба за третье место, за возможную бронзу. Плотников впереди, Солдатов на четвертом месте, но попробует провести быстро быстрый контрвыпад, и он тут же действительно это пытается сделать. И что, возвращает себе утраченную только что позицию? Нет, а, нет, это круговой. Нет, нет, это другой момент, да. Да, все. Более того, смотри, Петя отрывается. Петя явно были шины на вторую часть гонки, да. А Максим, это было даже видно по поведению машины в третьем-четвертом поворотах. Ну, болтал ее. Тяжело удерживаться ему в том же темпе в поворотах, что и Плотникову. А посмотри, да, Черевань перестал терять так много секунд, и одна. Знаешь, во-первых, действительно, я думаю, что дядя Вова очень осторожничал. Давненько он... И у Кораблева проблема, вылет в гравии! Прокол лево переднего. Прокол, сошла передняя шина с диска, и это большие неприятности для Кораблева. По сути, из реальной борьбы за высокие позиции он, конечно, на этом выбывает. Да, машина движется, но Кораблев, скорее всего, сейчас просто свернет на питлейн. Да, действительно так. Мы видим, что это похоже Дударев. Да, он продолжает эту гонку, несмотря на те... То есть он вернулся на трассу после того, как заехал в боксы. Черевань... Лидирует. Смотри, отрывается даже. Он явно отрывается здесь. Посмотри, и сильно выросло преимущество. Знаешь, может быть, все-таки трафик ему в какой-то степени помешал. Плюс осторожничал действительно, да, опытнейший орловский рысак. Вот ты вспомнил недавно знаменитую городскую трассу на Воробьевых горах у главного здания МГУ. Долгое время до появления вот такой плеяды автодромов по всей нашей стране именно трасса на Воробьевых горах была меккой отечественного кольцевого автоспорта. Но нужно вспомнить, что и в родных городах Черевани и Карамышева в Орле и Курске тоже городские гонки чемпионата и Кубка России проводились. И вот посмотрим, увидим ли мы дуэль между ними все-таки или нет. Черевань увеличил свое преимущество и вновь оторвался почти на 3 секунды от Карамышева. Владимир Черевань за 3 круга до финиша продолжает, за 4 круга до финиша продолжает лидировать в первой гонке нового сезона в классе Touring Light. В С1600 Александр Починков после того своего вылета машину вернул на трассу. Во-первых, во-вторых, показал лучшее время круга. И в-третьих, несколько позиций отыграл. Он уже на 6-й позиции. Как раз перед ним Кай Рихард Шик, который много выступал в прокатном картинге. Родился он в Германии, но как картингист он вырос в Санкт-Петербурге. И там, в общем-то, много гонок провел. Пока смотрится весьма неплохо среди опытных соперников в категории С1600. Что касается Карамышева и вот той истории с Череванием, я думаю, знаешь, еще дело в том, что, может быть, дядя Вова в какой-то перегрел шины, обгоняя круговых, и специально сбавил темп, чтобы шины остыли, чтобы они гарантированно довезли его до финиша. И сейчас у него преимущество и в чистой трассе,
асфальте и в остуженной резине. И он снова отрывается. Еще пару десяточек он отыграл. Пока нам здесь повторяют момент неудачи Василия Коробьева, точнее уже последствия. Мы видим пробитая передняя левая шина на его Kia Rio. К сожалению, это крушение надежд для Василия Коробьева. И в итоге казанец вовсе останавливается. Даже до боксов он не доехал. Скот с дистанции, но будем надеяться, что повезет ему больше во второй сегодняшней гонке. Ну, а если мы не увидим борьбы между Череванием и Карамышевым, то, может быть, за три круга до финиша еще увидим борьбу между Карамышевым и Плотниковым. Между ними всего лишь секунда, так что, может быть, будет сражение за вторую позицию. И, кстати говоря, также нельзя не подметить, что в классе S1600 сейчас сокращается интервал между двумя лидерами. Щербаков еще совсем недавно выигрывал у своего ближайшего преследователя Михаила Поченкова 5 секунд, а сейчас интервал уже сократился до 3,6. Ну и отмечу, что Михаил тоже здесь справился с целым рядом соперников. Да, с одной стороны, мы видели, что ему помог здесь сход Василия Кораблева, но позади остановили Филиппа Тупоносова и с Калином там у него была борьба. В итоге сейчас Поченков на втором месте, его брат шестой. Отмечу, что одна у них машина, как я сказал, из-под Тимофея Буянова, и она работает как часы. А вот второй автомобиль как раз-таки у Михаила, если не ошибаюсь, подкидывал проблем, неоптимально работала коробка. На каждом переключении он говорит, что приходилось буквально вколачивать передачи. И они посмотрели графики, буквально везде они у ребят совпадают, у двух братьев. Но на каждом переключении по 0,2 секунды на прямых терял Михаил. И, конечно, действительно, то, что сейчас он так высоко, это настоящий героизм. Но при этом нужно отметить, что именно у Александра, у брата Михаила, лучшее время прохождения круга в классе S1600, но занимает он только шестую позицию. Ну а вот Роман Щербаков в центре нашего внимания, лидер в классе S1600, и заставляет он сейчас своих болельщиков немного успокоиться, потому что за предыдущий круг он вновь увеличил преимущество перед ближайшим преследователем, и 4 секунды сейчас между Щербаковым и Михаилом Поченковым. Что же касается Черевани, он тоже продолжает отрываться от Карамышева, но при этом Николай удерживает преимущество относительно Плотникова, вот так в районе секунды между ними и остается. Еще одну секунду Плотникова проигрывает Солдатов, так что хоть мы и предполагали, что Солдатов, может быть, начнет резко отставать, и поначалу так выглядело, но все-таки сейчас темп он стабилизировал, и, в принципе, может быть, если, тем более у Плотникова будет какая-нибудь помарочка, еще Солдатов сумеет зацепиться за борьбу за подиум. Отметил, что Стас Новиков гонку продолжает на 10 месте, там более 4,5 секунд от Сидорова, так что, конечно, очень много очков потерял, но из-за той ошибки Дудрева. А про Романа Щербакова добавлю, что Роман у нас по плану все-таки должен тоже в туринг-лайт-класс перейти, поэтому уже со второго этапа. Поэтому для Поченкова это отличные новости. Сейчас отрывается Щербаков от Михаила. 0,6 отыграл за предыдущий круг. Но это и не важно. Если он не играет в чемпионат, что называется, то из тех, кто будет ехать на постоянной основе в этом классе, именно сибирский пилот у нас сейчас лучше. И явно какие-то проблемы у Алексея Савина. Мы в середине этой гонки видели его красивую дуэль с Артемом Фридманом. Но вот сейчас Савин откатывается, по сути, на последнюю позицию. Причем с большим отставанием даже от предыдущего гонщика. Так что, скорее всего, речь идет о каких-то технических неполадок на заслуженном уже автомобиле Hyundai Solaris со старым атмосферным двигателем. Но, естественно, по-настоящему для пилота из Минска борьба в нынешнем сезоне в классе Touring Light начнется, когда будет готов новый двигатель с турбонаддувом. На финальный круг дистанции уже отправляются пилоты. Владимир Черевань продолжает лидировать, опережая Николая Карамышева почти на 3 секунды. Все под контролем за 3 километра до финиша. Уже даже меньше для опытнейшего Черевани. Он приближается к своей победе на старте нынешнего сезона. Но все, что угодно может произойти. И Плотников подсократил отставание от Карамышева. Но в любом случае недостаточно, чтобы уже сейчас быть на дистанции атаки. Но борьбы в пилотоне хватает. И здесь мы можем увидеть и на финальном круге дистанции сейчас сражение за позиции. Так что посмотрим, чем в итоге все завершится. Что касается класса S1600, здесь Поченков подсократил отставание снова достаточно резко от Щербакова. 2 секунды. Но опять же, конечно, этот интервал достаточно велик на последнем круге дистанции, чтобы Поченкова атаковать Щербакова. Ну а Владимир Черевань уже выходит на финишную прямую. И орловский рысак начинает сезон 2024 в кольцевых гонках с победы в первом заезде класса Touring Light. Великолепная гонка в исполнении ветерана российского автоспорта и настоящей легенды отечественного кольца. Впрочем, не только кольца. Черевань выигрывает на 3 секунды, опережая другого нашего опытного
и знаменитого гонщика Николая Карамышева. Ну и в итоге на третьей позиции в этом заезде финиширует Плотников, который не сумел таки догнать Карамышева. Но, тем не менее, учитывая то, что стартовал Плотников из третьего ряда с восьмой позиции для пилота Академии Ралли на автомобиле Audi A1, я думаю, этот результат может быть засчитан как весьма успешный. Ну и тем более, что он обеспечивает команде Академии Ралли двойной подиум. Вполне мог получиться двойной подиум у команды Кузьмас Мата, но в итоге, к сожалению, из-за ошибки Дмитрия Дударева сделать это этому коллективу не получилось. Но, тем не менее, именно у этой команды победа благодаря Владимиру Череваню, который стартовал со второй позиции. Долгое время грел Станислава Новикова, заставлял того ошибаться и в итоге вырвался вперед. Но это расстроенный Василий Кораблев, который финальные круги гонки досматривал уже с обочины автодрома «Крепость Грозная» после того, как пробил по какой-то причине переднее левое колесо на своем автомобиле. Скорее всего, это стало следствием контакта с одним из соперников, потому что мы видели, что Кораблев участвовал в достаточно таких жестких дуэлях. Ну что же, в закрытый парк возвращаются пилоты, и Владимир Черевань получает первые поздравления. Ну и отметим, что также поздравления сейчас будет получать и победитель этой гонки в классе S1600 Роман Щербаков, который в итоге на финише-то опередил Михаила Починкова всего лишь на полсекунды. Так что Михаил атаковал до последнего, но все-таки провести решающую атаку не сумел. Петр Плотников на ваших экранах, он занимает тоже хорошую позицию по итогам этой гонки. Он становится третьим. Его напарник по команде Академия Ралли Николай Карамышев, пробившись с 9-го места, финиширует вторым. Ну а безупречный пилотаж продемонстрировал опытнейший Владимир Черевань из команды Кузьмас Мата Racing Team. Даже вспотел немножко. Да, действительно! Можно было вспотеть в этой гонке. Ну и сейчас мы узнаем первые эмоции и впечатления пилотов. Я передаю слово Антону Ширяеву, который уже в закрытом парке. Владимир Черевань, человек, который является самым возрастным участником нашего чемпионата. Это не мешает ему быть самым быстрым. В 44-й раз в своей карьере он поднимается на подиум в Туринглайте и в 11-й раз на первое место. Поздравляю, во-первых. И, дядя Вов, расскажи, что было, когда ты вдруг стал давать преимущество? Тебя Николай догонял. Мы сейчас на тебя стали переживать. Что это было? Хитрая тактика, остужал шины, проблемы с круговыми? Нет, я просто смотрю, Коля, хотелось вместе, земляк все-таки. Раз нет Димы, куда-то пропал, но надо близких людей. Коля мой друг, живем рядом, сосед, мой ученик. Его первая спортивная машина, это моя. Так что будем так говорить, что мы все дружны здесь. И я рад, что все-таки гонка прошла без эксцессов, без таких, без аварий. И на брифинге я отмечал то, что прошлогодний завершающий этап был, ну, просто похож на кубок мяса. Все бились, сейчас вот ребята остыли, видно, за зиму. Съездили на отдых, попили каркаде, и все стало у них хорошо. Прошлые годы Владимир Черевань всегда нам говорил, что только атмосферные машины, турбо не так нравится, теперь турбо-машина и нравится, когда на первое место привозит. Да, в прошлом году у меня было просто турбо, но недоделанный автомобиль, без коробки передач, без подвески, без такой, какой надо. И поэтому как-то прошлый год был, будем скомканный.
И для себя с друзьями мы решили, все-таки пенсионный возраст, если уходить на пенсию, то на пике, или там хотя бы хлопнуть дверью. Вот сегодня вот так, я так чуть-чуть хлопнул, Хочется все-таки, чтобы запомнили меня как быстрого пилота, когда, а не вот этот дед, который последний год вот, во втором десятке ездил. Как-то так. Владимир Черевань, но мы его никуда не отпускаем из нашего чемпионата, так что даже не думаем о пенсии, дядя Вов. Победитель нашей сегодняшней гонки в классе Touring Light. Результаты прошедшей гонки сейчас на ваших экранах. И суперстар Владимир Черевань на верхней позиции. 64 года этому спортсмену. И, наверное, вообще, если брать мировой автоспорт... С 7-го места на 2-е претенговал лидера, но чуть-чуть не хватило. Были шансы достать Черевань? Или все-таки слишком большой был у него запас? Ну, на предпоследних кругах, круговой, который шел, он специально включил поворотник. Я видел, что желтые флаги. То есть, в принципе, я к нему приближался. Он притормозил меня, и Володя чуть-чуть отъехал от меня. Я думаю, если бы вот этого момента не было, я думаю, накатил бы, и мы могли побороться с ним. А как машина? Насколько можно бороться на Audi с машинами с моторами 1.6 Kia? Ну, в этом году довольно тоже тяжело бороться, но спасибо всем спонсорам, которые меня поддерживают. Спасибо энергетику, спасибо команде. Мы настроили хорошую машину. Мы, да, квалификацию чуть прогадали. Но мы настраивались на гонку, чтобы был быстрый темп. Мы его держали. В принципе, резину сохранили. Сейчас проанализируем и будем готовиться ко второй гонке. Николай Карамашев, 2-е место в классе Touring Light. Петр Плотников возвращается в наш чемпионат на полном расписании и сразу на подиум. Ну, расскажи про твою гонку. Было много борьбы, много обгонов. На самом деле, главное был старт, потому что все участники едут очень плотно, очень большая конкуренция по времени, также достаточно так на уровне. В общем, старт немножко не получился. Я отъехал на 7-е место, Коля прорвался на 6-е. Дальше потом была борьба, и это самое. И зацепиться за кем-то впереди было тяжело. Потом чуть подрастянулись, и я нашел свой темп, начал атаковать и подъезжать. Потом авария небольшая, да, очень жалко Стаса Новикова, подвыбили. И таким образом я стал на 3-е. У тебя была красивая борьба с Максимом Солдатом, все там было чисто, аккуратно, или все-таки у вас были какие-то контакты? Нет, контактов не было, то есть я успел залезть в поворот, и он мне оставил место. Петр Плотников, 3-е место в классе Touring Light. Роман Щербаков после исхода лидера Владимира Лобачева вышел на 1-е место и одержал уверенную победу. Расскажи, пожалуйста, если бы не проблемы у лидера, смог бы ты с ним побороться? Как у тебя было с темпом? Ну, в первую очередь хочу сказать спасибо большой команде Rumos Racing. Я присоединился к ним в прошлом сезоне и жалею, что не сделал этого раньше. Ребят, я вас обожаю. Спасибо вам за такую прекрасную машину. Вот. А что касается гонки, я думаю, я все равно обогнал бы Лобачева, потому что я был быстрее буквально везде. Спасибо большое еще раз механикам и инженерам за такую прекрасную машину. Вот. Но гонка получилась достаточно выматывающая. Последний кругов 5 я уже молился, чтобы это все закончилось, потому что очень жарко в машине, и поэтому мне пришлось достаточно тяжело в конце. Ну вот и смог 1-е место Роман Щербаков, лучший в классе S1600.
Ну что же, послушали мы первые комментарии пилотов, призеров, победителей самой первой гонки нового сезона СМП РСКГ 2024 года. И объединенный заезд класса Touring Light и S1600, конечно же, задает отличный темп всему этому гоночному уикенду и всему этому гоночному сезону. И любопытно отметить, что и в Touring Light, и в S1600 победили в первом заезде пилоты, которые стартовали из первого ряда, но со второй позиции — Владимир Черевань и Роман Щербаков. Оба на автомобиле Kia Rio X. Впереди церемония награждения. Ну а участники этих классов проведут сегодня еще один заезд. Это будет в 14:25 по московскому времени, когда гонка стартует. Ну а мы в эфире будем за 5 минут до этого. Но между двумя гонками Touring Light и S1600 состоится еще заезд класса GT4 Rush в 12 часов по московскому времени, начало прямой трансляции. Мы видим ситуацию по очкам, но сезон, конечно, только-только начинается, и это предварительный расклад, по сути, по итогам первой гонки, ну и плюс бонусных очков, заработанных в квалификации. Петр Плотников уже на подиуме из рук генерального директора SMP Racing Алексея Басова, прославленного гонщика, обладателя Кубка Shell Ferrari Challenge, победителя чемпионата мира по гонкам на выносливость и знаменитого марафона 24 часа Лимана в классе GTM, получил свой кубок, несмотря на то, что это третье место. Мы видим кубок тоже внушительных размеров. Я хотел сказать, что у Басова, помимо многих титулов за рубежом, есть и 3 подиума в этом классе Touring Light. В свое время он здесь выступал и весьма успешно в 2017 году. Ну и Николай Карабашев, прекрасный прорыв. Напомню, чемпион 2022 года, бронзовый призер прошлого года. Весь сезон он боролся за титул. И здесь на трассе Крепость Грозная показывает, что будет также у нас бороться за титул. Также Алексей Басов вручает ему здесь награду. Ну и напомню, что Николай Карамашев обладает Кубка Европы по кузовным гонкам. Получил он кубок за второе место. Великолепный прорыв с 9-й стартовой позиции. 2 представителей команды Академия Ралли мы уже видим на подиуме. Двойной подиум у этого коллектива. Ну а сейчас дожидаемся на вершине пьедестала почета Владимира Черевани. 64 года спортсмену, и как он великолепно выступает. Наверное, если вообще говорить о мировом автоспорте, с Череванием может вот по такому энтузиазму и скорости на 7-м десятке сравниться только знаменитый Эль Матадор Карлос Сайнс-старший, который недавно выиграл 4-й раз уже ралли-марафон Дакар. Но Черевань — наш герой. И у которого, по-моему, вчера или позавчера было день рождения, 62 года Карлосу Сайнцу, но Черевань постарше, 59-го года, 65 лет ему будет в этом году. Не зря сказал про пенсию, но мы видим, что это ему совершенно не мешает. Потрясающей скоростью рано, дяди Вова. Рано уходить на пенсию. Владимир Черевань — суперстар во всех смыслах этого слова, и он на вершине подиума. Великолепная гонка. Ну и вообще на подиуме сейчас мы видим, можно сказать, три поколения да, потому что самое молодое — Петр Плотников, Николай Карамышев, скажем так, среднее, ну и ветеран Владимир Черевань. Это здорово. Все-таки выходит здесь у нас представители, да, команды Кузькина мать на подиум, потому что есть командная победа благодаря и отличной скорости, и первому месту именно у нижегородского коллектива. Мог бы быть, может быть, дубль или 2 пилота, но поторопился Дмитрий Дударев. Но скорость у машины есть, машина настроена прекрасно, великолепный, очень сильный состав. И, конечно, Кузькина мать — одни из претендентов на титул в командном зачете в этом году. Антон, напомню, что Станислав Новиков у нас стартовал с полпозиции, но, к сожалению, как раз стал жертвой атаки Александра Дударева. Но в итоге Новиков классифицирован на 10-й позиции. Да, то есть очки он взял, и очки неплохие, во-первых, за квалификацию десятка, плюс очки за 10-е место. Да, он потерял, конечно, много, но за счет хорошей квалификации нельзя сказать, что прямо провальный начало этапа. И правильно ли я понимаю, что его второй гонке он снова будет на поле, как раз благодаря этому 10-му месту? Нет, у нас реверс по квалификации, поэтому, к сожалению, ему придется стартовать с 10-й позиции, прорываться, и Стасу Новику будет весьма непросто. Но я думаю, что его должен вдохновлять опыт тех ребят, которые третий и второй, потому что прорыв хороший и у Пети, и у Николая. Ну а это у нас Филипп Тупоносов. Он пропускал прошлый год, вернулся и сразу возвращается на подиум. Гонщик, который часто такой, отличается очень такой агрессивной манерой борьбы. Он смело атакует, жестко обороняется. Не все его за это любят, кто-то критикует, но неизменно Тупоносов нам дарит красивую, яркую борьбу, и мы видим, что и эффективна это его тактика — третье место. Он стартовал с третьей позиции, кого-то пропустил, но кого-то опередил, и в итоге на третьей позиции за рулем Гранты команды GT Racing Team и финишировал. Ну, а это уже
уже серебряный призер прошедшей гонки Михаил Поченков, который пробился, можно сказать, из хвоста класса S1600 на подиум и в итоге уступил первому месту всего-то полсекунды. Не случайно в интервью Антону победитель Роман Щербаков говорил, что он буквально молил о том, чтобы гонка поскорее закончилась. И, может быть, если бы был еще один дополнительный круг, и Поченков бы и сумел даже выиграть. У них первый подиум были у братьев Поченковых именно здесь, в Грозном. Они боролись за победу в Ахмат Рейс, даже лидировали долгое время в одном из розыгрышей. Так что любит их эта трасса. И понятно, почему второе место у одного из братьев. Ну и Роман Щербаков в Румос Рейсинг. В прошлом году начинал в команде Алга, если не ошибаюсь. Затем перешел в Румос. Данил Хорошун его разгонял. Мы видим, что, в общем, действительно разогнал здорово. Щербаков сегодня выигрывает. И очень сильное выступление у этого пилота. Ну что же, если в классе Touring Line мы увидели на вершине пьедестала почета заслуженного мастера, ветерана Владимира Черевани, то здесь в классе S1600 совсем молодой парень Роман Щербаков на вершине пьедестала. Алексей Басов, генеральный директор SMP Racing, вручил также награды призерам и победителю в классе S1600. Ну и здесь мы... Михаил Дралин поднимается, да. Напарник по команде у нас Филиппа Тупоносова. В этом году у нас есть здесь командный розыгрыш в классе S1600. В прошлом году его не было, но побольше у нас стало участников. Класс немножечко здесь оживает, что, конечно же, не может нас не радовать. Дралин, кстати говоря, зимой снова выступал в ледовых гонках и сумел завоевать свой первый подиум. Это было на этапе в Набережных Челнах на знаменитых соревнованиях на Кубок Салавата. Ну и вот Владимир Черевань был на ваших экранах. Ну а мы сейчас с вами видим лучшие моменты этой напряженной гонки. Прекрасное открытие сезона, я считаю. Много борьбы и в классе Touring Light, и в классе S1600. И у нас были и интриги, и сходы, и борьба с колесом, и борьба с круговыми. Действительно жаркие погодные условия. 25 градусов температура воздуха. Я думаю, что в салонах около 50 как минимум. На автодроме крепость Грозная, жарко во всех смыслах слова. И это только начало. Впереди гонки в классах GT4 Russia. Второй объединенный заезд Touring Light и S1600. Но обвенчать программу сегодняшнего дня будет объединенный заезд TCR Russia и Super Production. Ну а наша ближайшая гонка стартует в 12:05 по московскому времени. Прямая трансляция начнется за 5 минут до этого. Так что ровно в полдень по местному времени, которое совпадает с московским. Ну и видим мы момент, когда началась эта гонка. Старт не очень хороший был у Черевани. Казалось, что, может быть, даже соперники смогут навязать ему борьбу. Дудрев вышел на третье место. И два пилота команды Гуськина мать стали прессинговать лидера Станислава Новикова из команды InnoStage AG Team. Первая тройка у нас была на машинах Kia Rio X-Line с мотором 1.6 турбо. Казалось, что это доминирующая сила, да, и что у соперников на А1 не будет шансов. Но, тем не менее, мы видели, что в конце гонки наоборот. В общем, очень здорово себя показывали пилоты на немецких хэтчбеках из Ингольштадта, да, на Шкоде Фаби, который, в общем, тоже во многом похоже на немецкую технику. Но при этом победили в обоих классах и в Туринге Лайт, и в S1600, собранные в России машины Kia Rio X. Именно X, поскольку обновленный, скажем так, дизайн. Но, естественно, мы знаем, что по, скажем так, начинке в дорожной версии X-Line и X идентичны. Поэтому иногда эти машины мы называем по старинке X-Line. Раллийное такое прохождение поворота здесь у Данила Ковалева. Понял, что едет мимо, бросил газ, спустил скольжение задней ось, газ затем добавил, и машину на трассу вернул. Потерял на этом одну позицию. Непрост был путь здесь Филиппа Тупоносова на подиум. Мы видим, что и болтается здесь оторванное левое зеркало. И борьба здесь была с Василием Кораблевым и с другими соперниками. Опять-таки, мы здесь должны отметить, что результаты, которые мы с вами видели сейчас, предварительные. Еще будут, конечно же, судьи рассматривать все спорные инциденты. Могут быть и штрафы. Если мы будем знать в итоге о уже финальных результатах второй гонки, мы вам, конечно же, об этом расскажем. Тем более, мы видели, что было много контактов, много столкновений и, возможно, совершенно разные решения. Вот, посмотрите, какое скольжение было. Да, ни в чем не виноват Кораблев. Приношу свои изменения здесь. Даже контакта не было. Контакта не было. Сам машину здесь потерял Поченков. Просто почти доехал до заднего бампера Василий, когда стал раскачивать здесь одного из братьев новосибирцев. И вот самый, наверное, такой спорный эпизод. Ну, точнее, особого спора здесь нет, но этот эпизод, конечно, повлиял на состав подиума в главном классе этого заезда в Touring Light, потому что два претендента на призовые места слеснулись и в итоге испортили друг другу гонки. Ну, точнее, Дударев скорее испортил гонку и себе, и Новикову. Да, напомню, что пару лет назад Дударев в этом повороте также ошибся. Тогда, когда выступал в классе S1600, тогда разбил машину об стену. Так что, действительно, этот поворот будет не очень сильно любить. Финиш мы видим. Победный финиш Владимира Черевани. За ним Николай Карамажев и Петр Плотников. Такова тройка в Touring Light. Ну и Роман Щербаков с Михаилом Поченковым и
Филиппом Тупоносовым Трио S1600. Первая гонка полностью оправдала наши ожидания. Думаю, вы согласитесь с нами. И это только самое начало. Уже в 12 часов по московскому времени мы вернемся в прямой эфир на автодром «Крепость Грозная», чтобы понаблюдать за зрелищными автомобилями класса GT4. Так что не пропустите большой гоночный уикенд. Столица Чеченской Республики только начинается. И мы, Антон Ширяев и Сергей Беднарук, с вами прощаемся совсем ненадолго. До скорой встречи в эфире уже совсем скоро, буквально через 15 небольших минут.